Да, оградил ты дом, конечно, прям никто не заберется. Короче, давай сделаем так, чтобы не допустить такую же ошибку, которая была в предыдущем... Да ядрит вас вот этот, заколебали! Да! Чтобы не допустить такую же ошибку, как у нас была несколько серий назад, то, что мы вот заманили вот этого жителя, хотели его излечить, но потом... Ну а чё они пробираются? Тебе золото не жалко? Перепутала. Мы хотим облагородить эту деревню, стать мэрами этого города, сделать здесь процветание, чтобы жители нас любили, здесь сделать как можно больше защиты. Я тебе говорил их пускать! Короче, закрывай за мной дверь, иди сюда! Какую дверь, какую дверь? Подожди, я сюда забегу, они зайдут, и закрывай за мной дверь. Заходите, подожди, я выбегаю, а меня выпусти! Так, короче... До того, как опять начнет светать, до того, как они выбегут на улицу, и потом мы их зажарим, как это было реально несколько серий назад. А, держи вот это взрывное зелье, держи. Так, ты же знаешь, я не умею пользоваться зельем. Умеешь! Сейчас я открываю дверь, ты пиндюль прям в них это зелье. На них будет наложен эффект слабости, и после этого я их буду лечить. Ты готова? Давай. Подожди, иди сюда. Чтобы реально не быть дурачками. Вот так вот. Вот кидай прям в них, вот с этой стороны. Сюда. А в нас-то ты зачем бросила? Ой, ага. Прямо сейчас я беру золотое яблоко. Пацаны! Одного? Ой-ой-ой. Подожди. Одного и... Да, как тебя вылечить? И... Громко! Фу, все. А вот сейчас можно их обратно сюда запиндюлить. Вот так и вот так. Пацаны... И что, не вылечатся? А, мы же лечили уже одного человека. Да, мы лечили одного зомбаря, поэтому будем надеяться, что этих мы тоже сможем вылечить. Как бы до каждой серии мы пытаемся найти вот этих зомби-крестьянинов, чтобы потом их вылечить, и чтобы наша деревня, ну, разрасталась. Только вот проблема в том, что вряд ли она будет разрастаться до тех пор, пока здесь спамятся сраные зомби! Кать! Так, конечно, вот, они с горы идут сюда, и все. Ты смотри, сколько жителей на горе. Так же и зомби сюда идут. Не, ну проблема еще в том, что они, в принципе, здесь спавнятся, потому что здесь вообще не освещено. То есть, чем темнее, тем больше здесь всяких монстряков появляется. Поэтому убивай монстряков, я пока здесь буду все освещать, чтобы их больше здесь не появлялось. Хорошо. Потому что, мне кажется, каждый раз, когда мы начинаем новую серию, у нас в городе становится всегда на пару жителей меньше. Потому что сюда приходят и горючечки, вот с этих пещер, допустим, да, и убивают несколько жителей. Да, как-то Можешь залутать эту пещеру? Ну, как-то я плохо продумал план процветания нашей деревни, если у нас на крыше только что заспавнился скелетончик. Скелет! На собака! Прям на крыше дома? Прям на крыше дома. Неплохо. Нормально. Нормальная защита деревни. Да, нормально прям. Ну, пацаны, ну у нас реально, ну, много других планов. Но я еще Кате сегодня должен показать все биомы, которые она не видела. Ну, чего вы выпендриваетесь? Ну превратитесь вы уже наконец-то, мы вас выпустим, вам же лучше будет. Пойдете, познакомитесь с другими жителями этой деревни, чё вы выёживаете? Картографами станете, библиотекарями. Вот, работать начнете, семью заведете, детей нарожаете, будьте как все нормальные другие зомби-жители. А чё вы, а? Интересно, а здесь есть женщины? Я сомневаюсь. Хотя... Они все мужчины. Если они все мужчины, как тогда в деревне дети появляются? Ты смотри, какой умный! Сам дверь открыл и сам сбежал оттуда! Так, один превращается... Знаешь, была плохая какая-то идея закрывать двух зомби-жителей в одном доме. Один превращается, а другой начинает его бить. Ладно, ты тоже превращайся. Пацан, ты как самочувствие? Как самочувствие? Нормально? Ну да, это нормально, то что башка болит, ты же только что зомби был, поэтому лечись. Ну все, Катюха, плюс 2 жителя в деревне. Мы с тобой демографию поднимаем. Хорошие зарплаты, золотые сральники, чистые улицы, пшеница на каждого жителя этой деревни. Вступайте, партия единых майнкрафтросов. Ага, еще скажи, остановки автобусные, новый транспорт, ЖКХ, там ставки ниже, проценты ниже. Бесплатные кредиты без процентов, бесплатные маршрутки, бесплатные работы. Ходите на работу, деньги не получаете, все бесплатно.
только в нашей деревне. Присоединяйтесь, только не нарывайтесь на голема, а то он вам задницу нарвет. Все, как побежали. У нас с тобой еще очень много планов в этой серии, я Кате должен показать кое-что, то, что она до сих пор еще не видела. Спорим, видела. Не видела. Пошли. Ой, запомни, что у меня меч на огонек. Хорошо, не беси меня лишний разок. Хорошо, извините, пожалуйста. Когда мне... Когда ты предлагаешь мне сесть в лодку, не уплывай, пожалуйста, от меня так далеко. Не уплывай от меня далеко. Не уплыв... Ты бесишь меня? Ты очень сильно бесишь меня. Остановись! Я стараюсь тебя не бесить, но ты видишь, как оно само получается. Остановись! Остановитесь! Тебя удочкой поймала. Зацепила меня, ослепила меня. Зацепила коня, а коня не дала. До порога довела, а любви не дала. Вот такая ты... Овца. Ой, рифмоплёты, еще те, все, погнали домой. Неплохо. У нас же тут бесконечное дыхание, можно же купаться. О, Елизавета Великолепновна четвертая. Здравствуйте. Какая Елизавета? А, фу, наша лиса теперь есть. Елизавета, ты забыла то, что у нас Елизавета? А что она... Что она на крыше делает? Она же на поводке. Ты что делаешь тут? Через крышу, вот, кстати, реально, тут у нее поводок, она через поводок как-то выбралась сюда и забралась на крышу. Я не знаю как, но спросите у Елизаветы. Она что, в воду упала? Да. Как она это сделала? Она же на поводке. Подожди. Где поводок-то? Подожди, это я все сделал, подожди. Опа, вот так зацепила меня. Елизавета, вернитесь, пожалуйста, домой. Давайте мы ее немножко подальше уберем сюда от воды, а то у нас все какие-то водные животные получаются. Давай вот сюда, Елизавета. Угу, вот здесь. Я сейчас так испугалась. Я, короче, прохожу мимо, вижу голову крипера. Думала, у нас в доме крипер. Думала, ну все, пипец. Михуэл! У нас же еще с предыдущей серии Михуэл появился! Он там начал дружить с пандой. Кстати, я вот не знаю, я так часто говорю про предыдущие серии, а сам тебе эти предыдущие серии не показываю. Так вот же. Вот она. Кать, где она? Где она сейчас будет? Опа! Она там над тобой где-то. Вот, тыкни, посмотри предыдущую серию. И там же, кстати, в предыдущей серии я просил там... я просил вроде подписку на канал или что-то вот такое. Я не знаю, в принципе, на Новый канал... год, Новый год, ёлки-шарики, хлопушки. До Нового года нам нужно брать сколько там надо? 4 700 000. Я не знаю, справимся мы или нет, но тогда это будет самый лучший подарок на Новый год. И для меня, и для Екатерины, и для Сашки, Машки, Дашки, Сашки, Пашки, Наташки, Антошки и вот это Кирюшки, да. Это уже не наши дети, ты перепутал. Кирюшка это и Антошка это уже не наши, это чьи-то другие. Моя задача показать Кате все, что она еще до этого не встречала в своей жизни. И как раз таки в это число входит еще целых 3 биома, которые за все эти серии выживания она до сих пор не видела. Катя, какие биомы ты еще не видела? Можешь перечислить? Грибной, глиняный и шипы ледяные. Я думал, ты сейчас очень сильно затупишь, она реально назвала те биомы, которые она до сих пор не видела. Поэтому я выбрал то, что в этой серии я покажу Катюхе целых, ну, или один, или два биома. В какой биом ты хочешь отправиться? В глиняный. Ну, ладно, тогда в первую очередь отправляемся в глиняный, а потом уже посмотрим. Может, я ей еще что-то сегодня покажу. А есть пингвины в Майнкрафте? Да. Ты же сказал, что покажешь мне все, чего я не видела. Не видела пингвинов. Ну, я тоже пингвинов не видел, но пингвинов в Майнкрафте нет! Сделай. А вот сейчас, мадмуазель Екатерина, я вас попрошу вести себя как можно тише и не подходить вот к тому зданию. Мы нашли еще... Тихо, я сказал, тихо, не подходить к тому зданию! Мы нашли еще одну башню вот этих рейдовцев. Скорее всего, мы сейчас туда не будем бежать и не будем их убивать. Наверное, сделаем это в следующих сериях, когда облагородим нашу деревню еще лучше. Когда хотя бы немножко сможем ее защитить. Пошли. Подожди, а рейд опять вот в ту деревню, да, получается, будет направлен? Тогда прикол в том, что чем больше рейдов ты делаешь, тем больше скидку тебе делают жители, понимаешь? Это...
это как-то странно. Они живут себе такие спокойно. Тут на них разбойники нападают. Специально, причем мы это делаем. Они такие: о, вы специально нагнали на нас разбойников. Спасибо большое, вот вам скидочка в 5%. Да? Как работает? Ну, типа того. Так, Катюха, если ты представляла то, что мы с тобой придем в глиняный биом, и здесь с одной стороны у нас будут единороги, здесь у нас радужные говняшки будут, здесь у нас будет, в принципе, очень много радуг и все остальное, то ты очень сильно ошибалась, потому что в глиняном биоме нет чистым образом нифига. Ну я же первый раз его вижу. Да, я первый раз вижу такие блоки интересные. Ну, так вот, иди сюда. Разрешите провести вам экскурсию? Вообще разрешаю. Я говорю, в этом Майнкрафте что-то все животные очень сильно любят воду. Ну вот. Разрешите представить еще одно животное, которое тоже любит воду. Кактусы, мертвые кусты. Ой, ёхрый бабай, там еще и деревня есть. Посмотрите, можем вот в ту сторону отправиться. Деревня в глиняном биоме? Красный, краснющий песок. Ну, оранжевый, но он называется красным вроде как. Прикольно выглядит, как будто в Америке вот эти вот каньоны. Да, кстати, реально, вот очень смахивает на каньон и очень смахивает на Америку. А я-то был в Америке, я-то... Ой, посмотрите. Я-то недавно оттуда вернулся, с Америки. Но да. Ты не был в каньонах. Ну, может быть, когда-нибудь в этой жизни еще побываю. Ну, давай в деревню мы не будем отправляться, там ничего интересного нет. Давай я будем. Хочу. Зачем? Ну, я быстренько гляну, просто интересно, я же не бываю здесь никогда. Ну, дай посмотреть быстренько, хочу на дизайн домов посмотреть. Ой, тут ребенок спит, извините. В глиняном биоме есть только одна достопримечательность. Это поверхностная шахта. Ну, то есть... Что? Поверхностная шахта. Шахта, которая находится на поверхности. То есть даже не надо спускаться куда-то вниз. Она вот здесь, вот, ну, мы сейчас ходим здесь, и здесь уже шахта, как ты видишь. Слушай, а покатай меня на вагонетке на своей вот здесь. Ну, слушай, я бы тебя покатал, конечно, на своей вагонетке, вот это. Но проблема в том, что вагонетки у меня нет. Так построй. Сейчас я не могу построить, хотя на самом деле железных слитков у нас хватает. У меня 10 штук еще с собой. Так, подожди. Я уверен, что эта шахта тебе 100% понравится. Знаешь почему? Почему? Потому что только в этой шахте на поверхности ты можешь добыть кучу золота. Поэтому это лучший вариант. Я поэтому сегодня Катюху сюда... Ты куда провалилась-то, а? Туда. Поэтому я Катюху сегодня и привел сюда, потому что она хочет в следующих сериях строить золотой сральник. И чем быстрее... Что ж ты сразу-то не сказал, тут столько золота. Так я об этом же говорю, здесь очень много золота. Вот здесь еще 4 золота примерно, даже 6 золота. Добываем все золото и в следующих сериях делаем золотой сральник. Ура, наконец-то, это же была моя мечта. На! Так, убил. Ты золото ищешь? Опа, я сундук нашел, Кать! Че, и что у него? А! Подождите, дайте... Мистер Крипер! Так, мистера Крипера убил, здесь... Я слышу вагонетку, это раз. И два, я нашел один алмаз, нашел еще примерно где-то 6 золота и нашел чародейскую книгу на везучий рыбак. Везучий рыбак, это мне. Это я же рыбак. Нет, мне рыбак, я тоже хочу хорошо рыбачить. Поэтому я тебе... Я рыбачить люблю больше, чем ты. Кать, ты рыбачка, я рыбак. Ты морячка, я моряк. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. А мы не встретимся никак. Екатерина. Тащите, пожалуйста, рельсы. Сейчас мы забабахаем вам здесь парк аттракционов. А ты где? По шахтам гуляю. Сюда у нас... Ты идешь, ты мне... Собака сутулая. Я не успела тебе ничего ответить. Меня тоже штрилу запустили. Дай рельсы, пожалуйста, дай рельсы, чтобы я достроил уже до конца вот эту дорогу. Давай. Вот тут пустота так надо. Ставь. Кать, тут обстрел ведется, давай быстро. Ставь. Ага, соединяй. Так, сейчас подожди. Давай ставь сюда еще. Давай ставь. Сюда, наверх. И заворачивай направо, вот сюда. Сюда заворачивай. И до самого конца. Сейчас мы здесь проломаем вот эту стенку.
вот сюда, давай спускайся. Да, вниз. Только у меня немножко, я накопала, ой. Подожди, подожди, давай. Так. Ага, ага, и подожди. Все, у меня рельсы кончились. Так, сейчас я еще добуду, подожди. Короче, мы решили сделать энергетические рельсы. Чтобы у нас скорость была еще выше, чтобы такой прям аттракцион нереально экстремальный получился. Да, вот, мы прям сейчас пережариваем вот эти золотые слитки, я сделаю, ну, чуть-чуть. У тебя есть редстоун? Выкинь, пожалуйста, редстоун. Да. Давай вот сюда редстоунчик. Если я хорошо помню, то они делаются вроде как-то... Вот, да, энергорельсы. Мне кажется, то, что 6 штук нам 100% хватит, поэтому я ставлю одну вот сюда. Прямо сейчас я сделаю себе еще немножечко рычажков. Поставлю сюда рычажок. И вот так мы сделаем все по кругу. Включи. Включи. Я включаю. Да, включаю. И последнюю рельсочку я поставил вот сюда. В принципе, у нас все готово. Осталось нам с тобой скрафтить по одной вагонетке каждому. Иди сюда. То есть ты мне не на своей вагонетке будешь катать? Ну, я не смогу тебе на своей вагонетке покатать, потому что моя вагонетка слишком маленькая. Ну, в том... Да, поставь хотя бы... Да, поставь вагонетку, иди садись. Поставь на рельсу. Поставь. Все, иди садись. Ой! Ядрить, колотить, да что ж ты делаешь? Давай... Тихонечко, проходи мимо, садись в первую как вагонетку. Как мимо пройти? Ну, мимо вагонетки пройди, садись в первую, и я сразу же за тобой. Я тебя толкаю, и в добрый путь, Екатерина. Ты готова? Да. Давай. Поехала, поехала, подожди, что у нас? Сколько у нас кружков оплачено? Один, примерно. Чё, поехала быстро? Да. Подожди, у меня как-то скорость не очень такая хорошая. Во! Немножко, конечно, разогналось. О, повороты страшные! Давай, еще одна энергорельса! Опа! Слушай, так тогда получается у нас даже не один кружочек оплачен, а несколько. Ну да, получается до бесконечности. Ну, в принципе, я даже могу вот так руки убрать, я могу кататься сколько захочу. То чувство, когда просто пришел в шахту, чтобы показать, как глиняный биом. Случайным образом построил себе парк аттракционов, сейчас до бесконечности будешь в нем кататься. Ну вот, ты говорил, глиняный биом самый скучный, неинтересный, а в итоге мы катаемся на аттракционе. Походу он самый интересный из всех биомов. Но я тебе предлагаю в следующих сериях дома у нас сделать вот подобный аттракцион, чтобы вот через все наши корабли, через вот все наши загоны с животными проходил ей вот такие вот рельсы прикольные. А? Да, я согласна. Вот, поэтому самое главное, ты лайк-пусик-то влепи, чтобы новая серия вышла вот прям моментально. Катя, серия же сразу же выйдет или нет? Сразу. Так, ты там, надеюсь, собираешь рельсы, а я буду дальше золото продолжать искать, потому что сральник все равно важнее. Так что давай. Да, я собираю рельсы, собираю прямо сейчас. Да, все, собирай, я проверю потом, чтобы все рельсы были собраны. Ой, как хорошо собирается, ага. О, золото. Отлично.